Лето – лучшее время для набора формы. Именно так рассуждают тренеры спортивных федераций, отправляя воспитанников на сборы. Силовые виды – не исключение. В лагере «Строитель» Тейковского района организована смена для каратистов. День юных бойцов распланирован по минутам. Пробежки, тренировки, занятия. И все в формате игр на свежем воздухе. Недавно я получил травму, после которой лечился. И после этого я сразу приехал в лагерь. Я очень рад видеть здесь Даню Барашкова, чемпиона мира. Хоть и жарко, и тяжело, но каждый день я буду заниматься, чтобы в будущем стать чемпионом мира, чемпионом Европы и чемпионом России. Трехкратный чемпион мира по карате «Фудакан» 15-летний Даниил Барашков подготовил для ребят мастер-класс. В таком виде спортивные навыки и фишки лучше всего усваиваются. Я сюда приехал для того, чтобы показать детям упражнения различные, карате. Это очень важно, чтобы как можно больше детей занималось спортом, а в частности карате. Спортсмены Академии боевых искусств «Будасан» вот уже 14 лет проводят каникулы на сборах в оздоровительных лагерях. Организовано несколько смен в течение всего лета. Тренеры рассказывают, польза от занятий в спортивном зале на татами, в отработке навыков. Здесь же другие цели. Во время тренировок они там на час встретились, тренировка закончилась, разошлись. Здесь у них есть возможность круглосуточно практически общаться друг с другом, быть рядом друг с другом. Сплачивается команда, объединяется, определяется командный дух, который нас несет к большим победам. Именно с помощью лагерей спортивных подобных выявляем новых талантов, которые усиливают нашу команду на соревнованиях международного уровня. Задача минимум на таких сборах – получить заряд энергии на грядущий сезон. Максимум для маленьких звезд ивановского спорта – набрать форму перед чемпионатом мира. Он пройдет в ноябре в Германии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.